Всем привет! Вы на канале Мои рецепты и с вами Людмила. Сегодня готовлю салат всего лишь за 15 минут. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые рецепты. Яйца заливаю холодной водой и варю 8 минут с момента закипания. Затем обязательно отправляю в ледяную воду, чтобы хорошо чистились. Тем временем, пока варятся яйца, все ингредиенты для салата нарезаю кубиками. Свежий огурец придаст салату весенней свежести. А сладкий перец – богатый вкус и насыщенный аромат. Добавляю маринованные шампиньоны. Осталось нарезать яйца, как на оливье, заправить салатным соусом или майонезом. Соль, перец добавляю по вкусу. Перемешиваю салат. Сытно, быстро и очень вкусно. Прекрасное сочетание всех ингредиентов. Готовьте по моим рецептам и радуйте своих близких. Спасибо за лайки и комментарии. До скорых встреч!